Привет всем! Сегодня мы приехали в пойму речки, попытаемся удочкой поймать какую-то рыбку. Сейчас наша речечка похожа на заросли Амазонки. Это украинские джунгли. И какие же украинские джунгли без украинской калины? Кусты просто огромные. А урожай какой? Без всякой химии. Такие грозди прямо над водой. А у вас растет такая дикая калина? Напишите в комментариях. Вот такая рыбка нам попалась. Вот какая красота. Отпускать не меньше приятно, чем ловить. Что у нас тут попалось? Так. Видите, какая красота? Этот раз красноперочка. Давайте его быстрее отпустим.
Опа! Так. Я бы сказала, что отпускать мне больше нравится, чем ловить. Вот и плотва попалась. Надо его выпустить. Сделали хорошее дело. Белые лилии. С одной стороны река похожа на джунгли, а с другой на тайгу. Очень красивый остров. Нам надо будет обязательно побывать на нем. Грибной сезон. Эти ягоды ни в коем случае трогать нельзя. Это башлан красный. Очень ядовитая ягода. Хотя и красивая. Среди болота есть секретные места для привала и для ночлега. Просто так этих мест не найти. Мы получили огромное удовольствие от нашей речки. Все
Всем пока, до новых встреч! Нас еще ждет много интересных путешествий!